Добрый день, друзья! Сегодня хочу рассказать еще об одной новинке. Новинки пятого каталога, который начнется 16 марта. Мы как VIP-консультанты уже ее получили. Это вот такой увлажняющий наноспрей. Вот такая вот удобная штучка. Посмотрите, вот буквально размером, да, положить в ладонь. Для чего она нужна? Ну, конечно же, мы все очень любим спрей с термальной водой, с косметический лед спрей у нас есть, сыворотки увлажняющие, все это очень здорово, но не всегда это, конечно же, эффективно на 100%. Какие-то просто средства у нас остаются на поверхности кожи. Что же такое наноспрей увлажняющий? Это моментальное глубокое увлажнение кожи. Посмотрите, тут максимально на странице 41 вся информация о спрее есть. И здесь, посмотрите, есть даже вот такая сравнительная картинка, насколько глубоко проникает влага, если вы используете простой спрей и наноспрей. И давайте посмотрим, как это все выглядит в жизни. Вот он, сам этот спрей. Как сюда наливать воду? Переверните, крышечку эту открутите, вот сюда наберите воду, можно простую воду, можно фильтрованную воду, можно из нашего косметического лед-спрея, который как раз изображен на картинке, залить. Избегайте порошкообразных и маслянистых структур, естественно, потому что может повредиться мембрана. Вот так перевернули, все, вода на месте, и нажимаете вот так на кнопочку. И я вижу, что отлично видно, как бьет струя. Вот такая вот нежная струя, такой вот легкий холодок. Вы можете увлажнить кожу лица, естественно, совершенно не переживать за косметику. Настолько вот эти вот частички, ну, они наночастицы. И поэтому они так глубоко проникают и так быстро увлажняется кожа. Вы можете руки, зону декольте, любую область увлажнить. Очень удобно, я думаю, с собой брать самолет, и тут об этом написано. То есть я сначала задумалась, потом уже прочитала, что можно брать с собой в самолет. В самолете, вы знаете, очень сильно сохнет кожа. И вот, пожалуйста, вот такая вот штучка, там воды помещается максимально 30 мл, но я думаю, даже вот этого количества хватит прям хорошо увлажнить несколько раз лицо. Итак, для чего нужен у нас наноспрей? Обеспечивает моментальное глубокое увлажнение кожи, предназначен для увлажнения кожи лица, рук, области декольте, совместим с косметическими сыворотками и тониками, можно заливать в спрей обычную воду, заряжается через USB кабель, который просто у вас, вот он, в коробочке вместе входит в состав, когда... Вот, ну вот сейчас я еще ни разу не заряжала, тут же вот достала из коробочки, пользуюсь, показываю всем. Как надо будет зарядить, конечно же, я подключу это к компьютеру, к зарядке. Вот, да, я вот даже ни разу не воспользовалась, но я думаю, не составит, конечно же, труда, пожалуйста. Так что, друзья, приобретайте, очень интересная вещь в сумочке, очень легко носить. Впереди у нас с вами лето. У нас с вами, как у бизнес-леди, очень много поездок разнообразных. 118.71 код этого средства. И в каталоге его стоимость, в пятом каталоге, 699 рублей. Это цена каталога. Спасибо за внимание, друзья.